Это вот мы все думаем про эпидемию всяких вирусов, но на самом деле мы поражены невидимым вирусом тревог, беспокойств и вот этого ощущения бессмысленности собственного существования, внутренней тоски, одиночества, чувство какой-то внутренней тяжести там, и так далее. 2020 закончится, что лучше станет, лучше не станет. Вот. Мы с вами стоим перед этим внутренним таким вызовом, который каждый из нас решит сам для себя. И я хочу, чтобы вы этот вызов осознавали. Это ваш первый шаг – осознание того, что с нашим внутренним миром нужно что-то делать.